Педаль газа до отказа, тормоза без надобности. Обычный внедорожник летит по пересеченной местности со скоростью около 100 км/ч. За рулем пилот-испытатель из Японии Хироши Масуока. Еще надо мое, только этому сразу говорит. Масуока на своем веку повидал и более сложные дороги. Он победитель легендарных гонок Париж-Дакар. Причем двукратный. Ни одному японскому гонщику никогда не удавалось достичь таких вершин. В Ульяновске Масуока представляет проект «Легенды Дакара». Я впервые в Ульяновске. Больше всего меня поразила красота реки Волги. И в целом видно, что Ульяновск не только исторический, но и современный индустриальный центр. Чтобы ульяновцы в полной мере прочувствовали, что же это такое гонки по пересеченной местности, Хироши Масуока на пару со своим коллегой Кузуто Койде катает ульяновцев по бездорожью регионального автодрома. 4 километра авто пролетает за пару минут. Но и этого времени пассажирам вполне хватает, чтобы получить полную гамму эмоций. Очень круто, ни разу в жизни на таких трассах не каталась. Безумно круто, адреналина море просто. Эту 4-километровую гоночную трассу готовили специально под приезд японцев. Но прослужит она еще долго, говорят организаторы. В середине октября здесь пройдут официальные гонки. Заключительный этап всероссийских соревнований «Холмы России» соберет более 50 гоночных экипажей со всей страны. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.